Парламентарии Якутии на очередном пленарном заседании Ил-Тумен приняли в окончательном чтении законопроект о передаче полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции муниципалитетами в республику. Инициировал этот проект глава Якутии Егор Борисов. Подробности у Игоря Акимова. В 2006 году полномочиями по лицензированию розничной продажи алкоголя с целью усиления контроля наделили муниципальные органы местного самоуправления. Многие предприниматели не соблюдали закон, установленный российским и республиканским законодательствами. В первую очередь это продажа алкоголя в неустановленное время суток, с 2 часов дня и после 8 вечера. Помимо этого, органы власти, выдавшие лицензию, также не учитывали расстояние от алкомаркетов до медицинских организаций, детских садов, школ, образовательных учреждений и рынков. Лицензии выдавались грубым нарушением. На последнем парламентском заседании народный депутат Александр Кашуков выступил с докладом с целью поддержки инициативы главы республики Егора Борисова о передаче полномочий в республику. Прошу прокурора республики провести прокурорскую проверку в отношении Нерюнгринской районной администрации. Первое. О правомерности выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в период с 28 октября 2014 года по настоящее время. Второе. О правомерности принуждения заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. В окончательном чтении закон был принят большинством голосов. Теперь выдачу лицензии прекратят и передадут полномочия республике 8 органов местного самоуправления, в том числе и Нерюнгринский район. Мы передали полномочия в 3 чтениях, закон принят. Сейчас он на подписи у главы будет. И мы создадим центральный орган, и Егор Афанасьевич же говорил, что из Минсельхоза его выведут, который будет заниматься один данной проблематикой, и будет с кого спросить. Инициатива главы республики Егора Борисова о передаче полномочий – вынужденная мера. Республика активно ведет борьбу с алкоголизмом, и сегодня уже есть положительные результаты. Усиление контроля – это один из важнейших факторов в борьбе с пагубной привычкой и коррупцией, который поможет нам побороть эти негативные явления в обществе. Игорь Акимов, Надежда Акимова, Семен Амосов, НВК Саха, Нерюнгри.